где я находился здесь в парке, соответственно, прогуливался, значит, ну, ввиду того, что живу рядом, значит, вдруг услышал на расстоянии 25 метров от меня шум, скандал какой-то, там группа лиц, неизвестных мне, распивала спиртные напитки. В тот момент, когда я обратил на них внимание, по шуму их разговора, я увидел, что один из находящихся там держит в руке пистолет и произвел выстрел в сторону 8-го дома, значит, по улице Толбухина. Значит, ввиду того, что я пенсионер МВД, значит, неоднократно общался с оружием, использовал, применял, значит, по звуку я определил, что это не холостой выстрел, а боевой. В результате чего, значит, сделал замечание правонарушителю, чтобы он прекратил свои преступные действия. Значит, и приблизился к нему, дабы прекратить эти противоправные действия. Встретил отпор правонарушителя, дерзко, агрессивно вел себя, был в состоянии алкогольного опьянения, после чего пришлось в результате некоторых действий, значит, его обезвредить и обезоружить. Оружие было, значит, отброшено на безопасное расстояние, значит, так как правонарушитель постоянно пытался его схватить и повторно применить. Значит, после чего в этот момент были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли и, соответственно, задержали его и припроводили, соответственно, правоохранительные органы. Скажите, пожалуйста, почему в полиции? Что произошло? Пьяный был, нашел это, ну, пистолет и воздух стрелял. А как вы нашли пистолет? Там это в кустах было. В кустах было? А что это за пистолет? Не знаю даже, честно. Ну, что вы сделали? Вы его нашли в кустах. Вы не подумали о том, чтобы сдать его в полицию? Думал. А почему стрелять начали? Я один штук стрелял на воздух. Ну, почему вы это сделали? Это, ну, очень жалею.